Хей, йога, смешинки, мы продолжим бродить игру по названию Dark Souls 2. Так, в прошлой серии мы победили босса, но души я так и не зачитал, да, кажется. Поэтому сейчас мы сюда телепортнемся. И я прочту, что дает там наша душа. Вещи... Душа Элана, да? Скверный королев. А, это скверный королев. Подождите. Душа Авы. Питомцы короля. Душа Авы, верного слуги короля слоновой кости. Каждый из семи зверей короля слоновой кости выполняет определенную обязанность. Ава был телохранителем, порожденным тьмой, который возлюбил короля. Чудесная душа этого зверя может принести множество душ или создать что-то обалденное. Так, ну давайте тогда туда сходим, посмотрим, что мы там открыли. Я вообще думал здесь... этот, как он называется? Двери. Поэтому я сюда типа не пошел, хотя я тогда решил пойти в ту сторону просто так. Так, сейчас мы с собора зайдем. Посмотрим, что там. Двери. С этой стороны не открыть. Собор. Так, давайте, наверное... А ну-ка. А, это большой собор у нас. Локация. Так, давайте, наверное, ящик откроем. Так, ну пойдемте посмотрим, что здесь тогда у нас. Сундук. Стоп, она мне... Это ли он? Ава, потерпел поражение. Кто ты? Бесплодная земля, на которой лежит проклятие древнего хаоса. Она рождала лишь насилие, поэтому люди бежали отсюда. Но потом пришел наш повелитель, король слоновой кости. Мой великий повелитель, настоящий король. Именно его прекрасная душа создала Элио Лоис и остановила распространение хаоса. Но голод хаоса было не просто утолить, поэтому король пришлось отдать свою душу. После этого король лишился энергии и попал в самое сердце хаоса. Элио Лоис застыла во времени, она лишилась правителя. Я осталась здесь, чтобы остановить хаос, ведь такова была воля моего господина. Возможно, однажды он вернется. Здесь ничего нет. Поберги проклятое пламя. У меня есть лишь еще одно желание. Когда мой обожаемый повелитель освободится из объятий непроизносимого хаоса, моих сил недостаточно, чтобы помочь ему. Но, быть может, кто-нибудь вроде тебя. Несмотря на то, что мне только предстоит узнать твое имя, путник, не мог бы ты поделиться со мной силой? Давайте. Добрый путник, спасибо тебе. Позволь мне открыть путь в хаос. И, пожалуйста, проложи все старания. Печать Альс снята.
и ураган в Эллойс стих. И все сундуки открылись. Опа-на. Хы. Щит вместилище. О, красиво выглядит. Щит вместилище. Щит с изображением жрицы из Лейлойс. Они испускают жар, усиливающий способность обладателя. Самих жриц, которые посвятили жизнь умиротворения древнего пламени, больше нет на свете. Слушайте, ну если она растопила все, значит я сейчас могу просто походить и пособирать сундучки. Так ведь? А, как я понимаю, это пойти к боссу. Раном. Ладно, давайте, короче, куда-то дойду, потом по сундукам пойдем. Ну, типа, сейчас пойдем по сундукам. Сейчас выбежим на улицу, посмотрим, как там вообще погода изменилась. Подожди, а это значит, ледяные уже стали не ледяными? Или они все еще ледяные? И там, помню, жрицы еще, которые на земле валялись. Ну чё, погнали следовать, что я вам скажу. Только это. Так, первое место, которое мы тогда с вами сделали, это мы подняли лифт. И тут есть сундучок. О, тут еще есть куда-то подъем. Так, это не мимик, это хорошо. Но ловушку никто не отменял. Вспышка души. Та-та-та. Вспышка души. Это одно из древних порождений колдовства, утраченных вместе с Эллойс. Выпуская залп мелких душ, больше подходящий для защиты владельца, чем для нападения на врага. Так, и мы тут какой-то себе подъем открыли. Ух ты ж, ё-моё. Капюшон северного проводника. Капюшон мудреца из Фароса. Жители Фароса поклонялись богам войны, а мудрецов, ведущего воина в битву, называли свирепым северным проводником. Северные проводники получили этот титул, лишь завершив полные трудности путешествия, после которого их начинали почитать как оракулов богов войны. Увеличит время действия заклинаний. Ну, такое... Мантия мудреца из хаток, житель хаоса, поклонились богам, бла-бла-бла, северно подкры получили свой титул, бла-бла, лишь завершив полноту, бла-бла-бла. Плевать. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Так, полетели. Теперь это разморозилось, интересно, может, он нам что-то скажет? Ничего. О! Да ладно! Вы поняли? Они втихаря будут убивать. А так заразы. Прикиньте, я, оказывается, здесь еще тело забыл отсмотреть. А чтоб меня никто не столкнул. Ради 5 факелов. Так, здесь у нас я этого убил, здесь есть тоже трупы. Сушеное что-то там, посох прислужника, бальзам из золотого плода. Что значит... А, бальзам. Посох, посох прислужника. Посох прислужника. Посох из тех, что носили прислужники в соборном городе. Много лет назад прислужники служили жрицам, но когда те исчезли с лица земли, прислужникам осталось лишь бесцельно бродить по замерзшему Эллоим Лойсу. О, еще одно тело лежит замерзшее. Ого! Ого!
У них новые атаки еще, кажется, есть. Так, я смотрю, здесь мне лифт какой-то сделали. И там что-то до хера всего. Там очень много всего. Давайте тогда сюда сходим, посмотрим, что там. И потом продолжим. Так, если не ошибаюсь, тогда эта дверь не открылась, да? А, нет, тогда она открылась. Здесь еще ледяная херня, да, была? Да, нужно быть теперь осторожным. Короче, пойдем сейчас все-таки на тот лифт. Так, первое место с сундучками. Так, здесь у нас голем, да, с вами? Я не верю. Ладно, не мимик. Ладно, не мимик. Ладно, не мимик. Сосуд души. Парный клинок колдуна. Небесное благословение. Так, парный клинок колдуна. Парный клинок с Мельфии. Служит катализатором волшебства. Редкое оружие используется военными, которые отточили свое мастерство в общении с мечом и с посохом. Так, ну если туда падаю, я там и остаюсь, да? Хотя лампу плевать. Короткий меч прислужника. Короткий меч прислужника. Короткий меч из тех, что носили прислужники в гарнизоне. Многие лет назад прислужники служили жрицам, но когда те исчезли с лица земли, прислужники остались лишь бесцельно бродить по замороженной Эллоу Лойсу. Короче, я так подумал, погнали, наверное, на лифт. Если вдруг там будет костер, это хорошо. Мне прикалывает их некрученая атака. Я просто их сейчас байчу. А, так они на одну тычку. А, ой-ой. Ну смотрите, к ним дотрагиваться нельзя, оказывается. Даже. Так, здесь я не был, поэтому я не знаю, что мне здесь ожидать.
Так, Луэт, полетели. Ты тот, который мне поможет с этим всем разобраться. Я понимаю, ты танчик, поэтому... Танкуй, чел. Так, подожди, справа. Не, чел, если ты к нам не спрыгнешь, мы тебя не убьем. О, теперь мы тебя убьем. Так, отходим, подожди. Что это такое? Да сука! Янтарная трава. Что это такое? Ты меня заставляешь... Тупое дерево. А что она делает хотя бы? Сейчас мы тебя оттуда снимем, приятель. Ну, он не хилится. Он что-то иное делает. Подумал, может сначала стамину мне сжигает? Ну, смотрю, со стаминой у меня все в порядке. Так, у нас снова тут два прохода, я смотрю. Так, ладно, давай сначала ближайшие пути.
И сундук открою. Ах ты, пидорасин. Чел, готовься атаковать. Это мимик. Звук сундука я слышу. Вот этот чуч. Иди сюда. Что там делаешь? Иди сюда. Где он? Или наверху ходит? Походу наверху ходит. Кто бы там ни ходил, ему жопа. Так, камень разряда. О, привет. Ну и чё? В смысле? Ну куда ты? Заебёшь. Манать, он убегает. Ебать, куда он убежал? Дарасина. А, увидел. Сука, он еще отхилиться успел. Манатый шкет, чел. Чара. Он заставляет меня бегать, блять. Молодец, он бесит. Зараза. Так еще мой этот пропал.
А если б я туда хотел пойти? Зараза. Камень магии. О. Так тут костер есть. Тогда неплохо. Нам все равно туда идти. Нужно досмотреть, что там. Не, ну он, конечно, молодец, что вот это по кругу меня погонял. Попрыгать заставлял. Я по-вашему глупый? Там что плавает? Ну я вижу, там что-то плавает. Сдохнуть просто так. Ой, талант, плевать, давайте. Понятненько. А, ну хотя, знаете, он похож на босса у того, алчность. Красный демон ширный. Помните? Ау. Ладно. Кольцо воина слоновой кости. Это вот это, да? Кольцо воина слоновой кости. Кольцо стражи Элолойса. Атаки сильно снижают вражескую стойкость. Задача Элойса была усмирением ярости пламя. Но когда вторая из слоновой кости были распахнуты, эти земли стали холодны и безжизненны. Так. Нихера оно весит. Ё-моё. Большая дубина. Ну вон я вижу, во льду кто-то сидит. Или это наверху где-то отражение?
Алая вода. Где-то здесь эта херня ходит. Гладкий шелковистый камень. Ладно, сейчас быстренько сюда прибегу, заберу душ и заканчиваю. Так, ну душ я, в принципе, забрал. Ну ладно, я примерно понял. Так, теперь должна быть где-то ледяная херня здесь. Буду вот так бочком смотреть. Искать этих ебаных крыс. Они здесь по-любому есть. Так, големов до хера. Ага. А тут дверьки. Ага. Окей, допустим. Главное, чтобы души этих крыса-хомяков не попало в этих големов. Чуть не подцепил. А возрождать големов мне аж... Ладно. А чё мы такие сильные? А-а-а. Ну... Я понял. Главное, чтобы в того не залетел, чтобы вот это вот не залетело. Остальное плевать. Да иди сюда, ты заебала, крыса тупая. Найс. Туда ее. Иди сюда.
Она слишком проворна, пиздец. Как можно одолевать такое? Ясно. Неэтично. Ого. А, там еще один живой. Что сейчас будет? А, ну... Не так уж страшно, хотел я сказать. Потом я почувствовал боль. Иди! Отличный удар. Так, надо уже заканчивать. Сука. Ебаные крысы. Давай, поехал. Видите, она потом спиной становится и начинает отпрыгивать, блядь. Для меня это плохой результат. Это очень, пиздец, плохой. Ладно, я побежал, пока. Ладно, буду использовать фляги, потому что я сдыхать не хочу. Выносим хромки. Ключ, камень Фараса. Опа, сколько мне их дали? Один. Ну ладно. Один тоже сойдет. Wait. А я здесь не был? Оу, щит. Кажись, я понял, где я. Давайте его убью и продолжим. Их. Я-то думаю, что он сюда пройти не может, а они, оказывается, не пролазят. Теперь все ясно. Т
Теперь я все понял. Смотрите, он сюда, по сути, не сможет залезть. Да. Ту-ту-ту-ту-ту, изи. Так, а я думал, туда можно еще попасть. Как-то. А, туда можно попасть. Ха, ну давайте я туда и схожу как раз. И закончим серию. Посохозалы. Вещи. Посохозалы. Посохозалы мудреца из Фароса. Это грубый посох впитал в себя волшебные азала. Он значительно усиливает заклинания, но при этом сильно снижает количество зарядов. Посох не подходит для неопытных магов и свидетельствует о мастерстве азала. Так, ладно, тогда сейчас наверх. Там деревья, походу, эти сраные стоят. Мне интересно, куда я вообще иду хотя бы. Вот, сука. Я понял, куда я иду. Но я сейчас оттуда бежать буду, как не знаю что. Так, где мои черепушки? За мной, за мной, за мной, ребята. О, отсюда юпнуться можно. А ну давай, давай. Покатимся, приятель. Умница. Да, отсюда соскользнуть, как раз плюнуть. Ладно, побежали быстрее. Так, по идее, их только две, да, было? Ладно, давайте я их убью, и мы продолжим. Короче, их нужно специально, знаете, далеко отводить, чтобы они, типа, уходили спиной, и все. И, типа, их атаковать, они тебя не будут атаковать. Так, а сейчас будет больно, потому что я смотрю, там челик. Был челик. Окей.
Ну, я понимаю, тут тоже по-любому что-то да будет, да? Подозрительность, на. Хо. Я снежок этот уроню. Рыцарь Элу Лось ищет хаос. А, это ж... Стой, это я должен рыцаря сейчас собирать для того, чтобы с ними сразиться с тем боссом? Вау. Ну что, давайте тогда напоследок я толкну этот снежок, и мы закончим на этом. Да ладно, мне он мост сделал. Нихера себе. Ладненько, давайте на этом тогда заканчивать, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.